Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня рукоделие. Вот у меня вот такой вот был совершенно пушистый, замечательный снуд. Но он маленький, широкий, большой был. Вот он такой маленький. Но он был... Одеваешь его и мало. Вот он как бы вот так. Вот и все. Я решила сделать из него шарф. Я разрезала его, сшила, вот здесь вот сшила. У меня получился совершенно вот такой большой шарф. Пушистый. У меня тут сережки. Тут не сережки, тут вот сердечки. Если вы увидите, вот здесь вот сердечки. Вот такие сердечки вот тут. Совершенно замечательные. Да, вот такая вот меховушка такая с сердечками. Вот, получается большой длинный шарф. Вот так его нужно надеть. Сейчас я ее надену. Вот он. Получается такой вот совершенно замечательный. Только вот концы получаются вот такие вот. Вот такой вот конец получается. Вот, я взяла вот такие бомбончики. Вот они, два. Совершенно замечательных. Я вот здесь пресс соберу. Вот так. Здесь у меня будет такой вот бомбончик. Вот так вот будет заканчиваться красивенько. Да. Тут будет так вот красиво висеть. Вот. Такой большой, пушистый. Красивый шарф получился. Теплый такой. Вот так. С такими сердечками. Сейчас, сегодня 1 декабря, но у нас уже середина ноября, минус 10. Поэтому вот такой вот шарф. Тепленький, тепленький совершенно. Кстати. Ой, как хорошо. Замечательно.